Привет! Ты на канале о бизнесе. Сегодня поговорим о крайне необычной бизнес-идее, которая вполне способна приносить тебе доход в районе $2000 в месяц, при том, что вложения в проект будут около $3000. Также у данного бизнеса практически нет конкуренции, а интерес целевого клиента крайне высок. И сегодня мы рассмотрим бизнес-идею «Енота кафе», которая действительно актуальна и прибыльна. А чтобы узнать, как зарабатывать с такой идеей $2000 ежемесячно, смотри видео до конца. Также не забывай оценивать видео лайком и подписаться, если тебе идея понравится. А теперь давай перейдем к обзору прибыльного бизнеса. О проекте. Еноты всегда привлекают к себе внимание, это милые животные, наблюдая за которыми, люди получают истинное удовольствие. Наверняка в твоем окружении нередко были слышны высказывания о том, что кто-то желает купить себе енота, но в результате никто не приобретает данное животное и не содержит его в домашних условиях. Здесь нужен особый уход, да и стоимость енота достаточно высокая, поэтому покупка остается только в мечтах. Тем не менее, пойти в кафе, где есть животное енот, сможет каждый. На этой уникальной особенности мы и будем строить свой будущий бизнес. Данная идея не является новинкой. В различных странах и городах уже работают такие заведения, и это служит нам доказательством того, что бизнес может быть прибыльным. Одно из самых известных енота-кафе находится в Сеуле, Корея. Практически каждый турист, который посещал этот удивительный город, так или иначе изучал данное заведение, а многие даже посещали его. Каждый день кафе принимает огромное количество посетителей. Часто образуется живая очередь за его пределами. При этом кафе зарабатывает не только на напитках и еде, но и на продаже тематических сувениров. Во сколько обойдется запуск такого бизнеса? На самом деле расходы здесь не самые большие. Необходимо будет потратить порядка $3000 на запуск енота кафе. Более $2000 придется потратить на приобретение мебели и оборудования, $300 на рекламу, $700 на покупку самого енота. Необходимо понимать, что это кафе будет отличаться от традиционного заведения. Здесь не нужно делать упор на большую кухню и барную стойку. Посетители приходят сюда не только за этим, да и енот будет постоянно вмешиваться в дела твоего бизнеса. Необходимо обеспечить безопасность для посетителей, оградить основной зал от кухни и бара. Будут, конечно, и ежемесячные расходы, которые составят около 1000-1500 долларов. Львиную долю ежемесячных расходов составляет аренда помещения и зарплатный фонд для сотрудников. Также нужно будет содержать кафе, оплачивать коммунальные услуги. Здесь можно экономить. Твое кафе будет привлекать к себе внимание уникальностью и оригинальностью. Поэтому оно не обязательно должно находиться в центре города. Это будет хорошим преимуществом, но если финансы не позволяют арендовать большое помещение в центре, то можно выбрать другой, более доступный район. Грамотная реклама привлечет внимание потенциального клиента. Где можно запускать такой бизнес? Наша задача заключается не в том, чтобы открыть енота-кафе на радость посетителям, а заработать на этой идее достаточно большие деньги. Открывать такое заведение нужно в городе с населением от 200 тысяч человек. Чем больше потенциальных клиентов, тем лучше. В кафе будут возвращаться прежние клиенты. Но в небольшом городе такая идея станет уже заезженной. Все будут знать о таком заведении. У всех будет фотография с твоим енотом. Поэтому количество посетителей уменьшится. Это идея для крупных городов, где поток посетителей будет неисчерпаемым. Целевой аудиторией зачастую будет молодое поколение, которое готово посещать тематические кафе и платить деньги за дополнительные услуги. Спокойно пообедать и поговорить в твоем кафе будет довольно сложно, ведь все внимание на себя будет обращать енот. Поэтому старшее поколение не всегда отдает предпочтение такому месту. Но молодые люди, которые желают сделать уникальное фото с енотом, обязательно станут твоими посетителями и проведут в заведении очень много времени. Сколько и как можно заработать? В целом, такое заведение может приносить тебе более $2000 чистой прибыли в месяц. Главное сделать креативную и привлекающую к себе внимание рекламу, завлечь потенциального посетителя, сделать со своего енота настоящую звезду интернета по городу.
Все понимают, что в енота-кафе главное – это сам енот, который должен быть доброжелательным, не бояться людей, спокойно ощущать себя в представленной обстановке. Люди приходят за весельем и должны его получить. Посещение данного кафе можно сделать платным. В среднем цена за вход будет составлять около $2. В день можно принимать от 100 посетителей. Также в кафе будут продаваться различные блюда и напитки, что в совокупности с таким количеством посетителей принесет еще примерно $300 прибыли в день. Также можно продавать тематические сувениры. А это еще принесет около $200. В день работы кафе можно зарабатывать порядка $500, но чистая прибыль с учетом расходов составит уже примерно $200. Это довольно прибыльный бизнес, который способен приносить деньги очень долго. Главное на начальном этапе не экономить деньги и рекламировать новое заведение. В дальнейшем реклама уже будет играть не такую важную роль. Тематическое заведение будет привлекать к себе внимание самостоятельно. Важно развивать страницу заведения в социальных сетях, ведь наша целевая аудитория зачастую молодежь и дети, а она берет большую часть информации именно из социальных сетей. А на этом все. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и оценивай видео лайком. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!